эксцентриссимо. Футболисты сборной России попробовали нормальную работу. Тяжело, наверное, это было людям, которые по 2 миллиона евро в год зарабатывают. Игорь Акинфеев, Денис Глушаков и Федор Смолов стали дикторами московского аэроэкспресса. Просили не оставлять чемоданы без присмотра и конечные объявляли. Ну и пусть это промо-акция в преддверии Кубка Конфедераций. Ребята доказали, что не пропадут, если найдутся в стране более талантливые футболисты. Тайский миллионер Таксин Чиноват тоже хотел уверенности в будущем своем и своих детей. Несмотря на состояние в 1,5 миллиарда долларов, он отправил свою дочь работать в Макдональдс, чтобы настоящую цену деньгам поняла, да и полезным навыкам обучилась. В первый же день работы девушки в Макдональдсе он прибыл туда для того, чтобы купить пару гамбургеров и посмотреть, как там работается. И не зря позаботился о дочери Чиноват. Он вскоре лишился поста премьер-министра, его теперь подозревают в хищениях 2 миллиардов долларов из казны, неуплате налогов на 500 000. Искусство подавать гамбургеры его семье может пригодиться. Эксцентриссимо.